Тема развития среднего профессионального образования сейчас актуальна как никогда. Предприятия, как крупные, так и мелкие, сталкиваются с нехваткой кадров. Особенно это касается рабочих специальностей. Поэтому готовить будущих сотрудников надо вместе с предприятиями, уже на стадии обучения, давая им возможность стать частью коллектива. Такой подход уже дает свои результаты. Мы их погрузили в образовательный процесс на одно из крупнейших предприятий города. Там они фактически 4 месяца находились, проходили и теорию, и практику, да, ну и впоследствии там 9 человек остались работать. Вот это цель. Тема погружения студентов СУЗов в работу стала главной на круглом столе, который состоялся в Поволжском колледже технологии и менеджмента. Здесь представили новый проект компании «Фосагро», который должен привлечь молодые кадры в балаковский филиал АО «Апатит». Это проект «Молодые профессионалы», то есть мы начали с самого простого, разместили информационные стенды о нашей компании, о тех специальностях, которые нам требуются, о тех условиях работы, которые необходимы, как нам в компанию прийти. И сам проект «Молодые профессионалы», он, наверное, действительно направлен на то, чтобы взаимодействовать с выпускниками. Этот проект позволит балаковскому филиалу АО «Апатит» и колледжу выйти на новый уровень сотрудничества, вовлечь студентов в практику. Уже сейчас ребята могут трудоустроиться на неполную рабочую неделю. Лаборанты химанализа, контролеры ОТК отдельно вышли на взаимодействие по сварщикам, токарям, фрезеровщикам. Это, наверное, основные специальности, по которым мы сейчас работаем. В планах, если будет, наверное, слесаря-монтажники, ремонтники, да, то есть это тоже у нас востребовано. Очень тесно начинаем с колледжем взаимодействовать. То есть сейчас у нас идет разработка дорожной карты, в рамках которой, я надеюсь, родится наш проект. В колледже будут работать амбассадоры. Это студенты, которые станут рупором компании «Фосагро». Они призваны доносить информацию о компании до своих товарищей и помочь им стать частью большой семьи сотрудников балаковского филиала АО «Апатит».